любовь? Вы делите ее, но это лишь одно и все. Представь, зима, холодная зима, но в доме есть камин. Тепло его огня еще согреет много зим. Приходят люди греться у огня, протягивают ближе руки, спины. В камине много есть тепла, ведь для зимы нужны камины. Но чтобы греться у огня, камину надо бы иметь дрова. Огонь пылает радостно в камине, дрова искрятся и трещат, и искры от огня летят. Камин хорош, в нем тяга с ветром уносит дым из дома прочь, а искры с дымом над трубой осветят небо над землей. Да, искры вьются над трубой, как факел, как маяк святой, и высоко уходят в ночь. Так кто ж любовью ярче всех пылает? Тот, кто всех греет, или тот, кто всех в дороге к дому собирает? На самом деле этого никто не знает. Но точно ясно, странник замерзает, когда камин ему свой свет не посылает. Есть много разных проявлений у любви, но все они нужны, важны. Без дыма с искрами у дома из трубы замерзший путник не согрелся под зимы. Дрова — то проявление любви, забота о самой любви. Ведь чтобы тот камин пылал, его кормить дровами должен ты. Так береги свою любовь, корми, пои. Необходимы всем твои труды, чтобы поддерживать камин любви. Вас всех зовет камин любви. Он вам кричит: скорее подойди. Так подходи, дрова к нему неси и искру в нем от сердца засвети.